Здравствуйте, дорогие друзья, дамы, господа, леди, джентльмены. На канале MJ Show в видеоформате нарезок страшных, смешных, веселых моментов будет впервые. Поэтому мне бы хотелось услышать ваш отзыв на такой формат и стоит или не стоит продолжать. Приятного просмотра. А не. Аппарат сгорел, видишь? Взрыв еще какой-то, блядь, теперь ремонтируй его. Найдешь дорогу домой? Ну давай. Главное в дырочку. О! Паутина тебе нужна была? Ну давай. Мы можем. Много у тебя паутины? У меня 10. Мы можем поставить еще. Воду собирать. Сейчас я наберу. Все, пождем отсюда. Сейчас как выйдем нахуй на паука прям. Блин, Антонуна! Ебать, ты бы видел, как я мышкой тёрнулся. Ты пиздец просто. Я мух, мух, тут куча мух. 3 штуки, 4, 5 мух. Ты же знаешь, по месту мухи летят обычно. Да и тут дохуя, блять. И они на меня нападают. Ты ж хотел мух там, тебе мухи нужны были для лука. Ну я бегу как могу. Где тут говно нашел? Блять, да ты заебал, блять. Че ты машешь вечно по мне? О, блядь, это тоже насекомое. Муравьи, братья, атакуйте его. Блядь. Отхуярьте его, пожалуйста. Сука, я слышу, как все крутит за мной. О, блядь, прям за мной, Саур, помоги. Сука. Блядь, мне же не смешно нахуй бегать от них. О, драка, 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 прямо, смотри, драка. О, это паукан. Ебать, да, да, смотри, что там дерутся. В мире животных. Ебать, они там между собой. Так смотри, как их там много. Да, на паука. Бля, паучина. Там драка, там просто. Они там просто. А, здравствуйте, дорогие любители драк. О, паука положили. Бля, ты не подходи так близко, они сейчас на тебя пойдут. Да пошел ты, блядь! Пидорас! Сука! Гей! Нет! Пошел! Пошел в жопу, блядь! Ну а где тебе? Ну, блядь! Не-не-не-не-не! Жри Заура! Он вкусный! Ой-ой-ой! Миша! Что? Вот наверху смотри, что есть. Ну иди пей, давай. Я ударю для тебя. Давай, давай. Поймал? Блядь, ага, успел. Ты рано мне подойти не дал. Пиздец. Ладно, давай на базу. Вечно с собой какие-то проблемы. Иди ты в жопу, блядь. Я реально не успел подойти, ты ударил. Сок где-то рядом же должен быть, да? Угу. А вон он. Пойдем. Я нашел. Мне тоже сок нужен. Ну я тебе уступлю, рот, если ты умираешь уже. На донышке. Вот, вот тут подходи. Я его выпил. Я не понимаю, я один раз нажал, почему он сразу исчез? Я думал, там чуть-чуть можно глотнуть. Я реально не знал, что он все выпивает. Извини, я реально не знал, что он все выпивает. Ну давай, один на один. Чё за сали? Два жука, давай, нападай. Ну. Сука, на тебе. Сосай, бля. Там столько клещей наверху, я смотрю. Ну я давай их убью.
Я знаю, где есть желуди. Блин, сверху, оказывается, столько всего можно разглядеть. Я иду. Я спасу тебя, друг. Пусти меня вперед, я бронированный. Мазов, я этот бронированный. Я, сука, на тебя. Да все, бля, кто моего друга обижал, а? А, бля, сука, я подруга. А, тварь, ох ты, сука, ты меня бил. А, не ты, ну, ты, похуй, ты получишь пизды. А, да долгоносик, похуй, беги отсюда. Где, где клещ, бля? До тех пор. О! Такое. А это что такое? Какой-то пусть. Ёб твою мать! Пошел ты в жопу! Да блин, я ничего не виноват. Да нет! Да нет! Да нет, да пошел ты! Уёб, здесь нельзя спускаться. Короче... Блядь. Вроде оторвался от одного, бежит другой через за мной. Ёб твою! Да сука, как так-то? От одного убежал, а другого наперся. Нарвался, точнее. Да, блядь, их еще и много за мной бежит. Да я взрыв, ищу, мужики! Бля, у меня чё, энергии нет, что ли, бежать? Пацаны, а вы чисто случайно место взрыва не видели? Может быть, как бы... О, муравьи, привет. Братья муравьи, отпиздите этих уродов, они за мной бегают. Осторожно, так пизды не получи. О! Опа-на! Ля какой-то. Ах ты читер. Ах ты, как ты подонок. На попопке. На тебе. Накажи его. Я еще и паутину собираю. Неплохо. Я пока две послежу. Я так, пока на шухере постою, чтобы тут это не забанило. Ой, блядь, паутины нету. Че? Паутины нету. Ты че, в кулаками пошел хуярить его? Да, да. Ты урон наносишь хоть? Да. Кто хочешь, могу я побить. Ну так подходи, бей. Я боюсь себя ударить. Я отойду. Ты его оглушил. Единственный в этой семье, кто работает. Много у него хп еще. Все. А, блядь, что на меня-то падает? Часть паука. О, нормально, мы с тобой нормально пофармили. Короче, я загрузился. Здесь... Здорово. Подожди, Хопс, ты баба, здорово. Блядь, какой ты Хопс? Ну, меня зовут Хопс. Я баба Хопс. Пещеру зайти, пойти в ту пещеру, помнишь, где этот паук был? Здорово, как дела? Че, а ты спускался, да? Тебе понравилось? Да. Рассказывай. Можно сделать газовый стрелок, можно сделать. Можно стрела, стрела, приманка. Ну да, мешочек лопа у тебя же был. Ты же там... Да. Но, блядь, почему мы второго уровня ничего не можем делать? Чё за пизда? Ну, наверное, нам надо с тобой что-то открывать. За... Может, за знание? Паучий наплечник можем сделать. Блядь! Хуя, мы, значит... Мы, значит, пока там смотрели. Чудо. Блять. Че ты ют? Че ты? Я просто услышал, что что-то это, ты орешь. Пиздец.
Ну что, тебе понравилось? Если да, ставь лайк, пиши комментарий, что именно тебе понравилось. И не забудь подписаться на канал. Всем счастья, здоровья, любви, секса, денег, детишек и хорошего настроения. Всем пока-пока.